Вы только слушайтесь, вдумайтесь. Горячее питание более 300 человек из числа малоимущих пенсионеров, студентов, многодетных детей, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. А в прошлом году фондом «Кристалл» запущен еще один проект – досуговый центр для пенсионеров, где каждый человек преклонного возраста находит для себя занятия. На сцену приглашается руководитель благотворительного фонда «Кристалл» Зубарева Наталья Владимировна. Действительно имеет общественное значение, потому что за Наталью Владимировну проголосовало более 8000 наших земляков. Но первая награда – это все-таки награда Общественной палаты Республики Хакасия. На сцену приглашается Ширяева Юлия Алексеевна, методист муниципального бюджетного учреждения